Отца и Сына и Святаго Духа. Из поучения проповеднической хрестоматии первую дню по Пятидесятнице. После праздника сошествия Святого Духа Святая Церковь установила празднование в честь всех святых. Сколько здесь, в этом великом соборе угодников Божьих, примеров самой возвышенной любви, полного самоотвержения. Сколько опытов духовной мудрости, сколько умения противостоять козням дьявольским, сколько мужества, сколько терпения. Кто бы ни был христианин, в каком бы состоянии ни находился, здесь ты найдешь примеры для подражания. Нет состояния, нет обстоятельств в жизни, при которых бы ты мог сказать: «Нельзя спастись». Удручают ли тебя лютые болезни? В Ветхом Завете Иов, в Новом Иоанн многострадальный, Пимен многоболезненный, тебе примеры. Где твоя бедность? Спаситель говорит: «Трудно богатому войти в Царство Небесное. Тьма бедных наследовали Царство Небесное прежде тебя». Но ты не имеешь где главу преклонить. Этого не имел и Спаситель. Куска хлеба не имеешь. Лазарь желал напитаться от крупиц, падающих от трапезы богатого. Он теперь на лоне Авраама. Богатый. Примеры богатых, начиная с Авраама, покажутся тебе, как и при богатстве тленном можно приобрести богатство, не оскудевающее на небесах. Обременен ли ты общественными делами? Сколько вельмож, царей благочестивых, начиная с Давида, вошли в Царство Небесное? Ты пал глубоко, но не глубже разбойника, блудницы и мытаря. Подражай разбойнику на кресте, Моисею Мурину, Марии Египетской, мытарю, и ты спасешься. Все святые Божии говорят всем нам: мы были такие же люди, как и вы, имели те же немощи души и тела, нас окружали те же соблазны, и иногда большие. Некоторые из нас имели даже и пороки, и большие. Но сознав себя в таком опасном положении, мы решились исправить свою жизнь. Не делать того, что делали прежде, ненавидеть то, что прежде любили. Прежде любили грех, теперь стали стараться любить добро. Прежде служили дьяволу, теперь стали служить Богу, исполнять Его волю, ясно выраженную в заповедях, и ни за что не изменять ей, не ради дружбы, родства, не ради богатства, не ради чести. Мы старались, а Бог помогал, и Его благодатью мы понемногу, но все более и более успевали, более и более укреплялись на истинном пути. Мы всегда понимали, что Бог вездесущ и всеведущ, и потому всегда имели Его пред своими очами. Начинали ли делать дело, мы начинали Его молитвою: «Господи, благослови». Дело самое делали, помышляя, что нас видит Бог. Как мы делаем, и потому старались сделать как можно лучше. Кончали дело, мы благодарили Бога. Случилось ли с нами несчастье, мы к Богу прибегали с просьбой о помощи: «Господи, избави нас от беды! Господи, помоги!» Нападало ли на нас искушение, мы молились: «Господи, не веди нас в искушение!» И Господь милосердный подавал нам силы победить искушение. Таким образом, мало-помалу, при помощи Божьей, мы утверждались в нравственной жизни. Случалось, мы по немощи плоти падали, но тотчас каялись, тотчас взывали к Богу: «Боже, милостив, будь мне грешным! Боже, очисти меня грешного!» И Господь, пришедший не праведников, а грешников спасти, взыскать и спасти погибшее, восставлял нас, прощал нам грехи наши, и мы с большую против прежнего ревностью
старались исполнять заповеди Божии. Вот, братья, путь, которым шли и пришли в Царство Небесное все святые. Это путь исполнения заповедей Божьих, отречения собственной воли и подчинения ее воле Божьей. Путь, затем покаяния и молитвы. Исполняйте волю Божию, говорят нам святые Божьи человеки, и вы будете в Царстве Божьем. Все в жизни, богатство, честь, славу, все кроме Бога, и добродетели, прах и суета. Аминь. Ты будешь видеть твои.